Si en mi triste barrio vidalizar. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Canto.
Thank you.
Thank you.
Ah!
Thank you.
Porque ya no puedo.
Thank you.
свою 18 лет. Представляете, я когда начинала, он уже 10 лет работал на сцене с коллективом, который назывался «Оз де Москву». Это первый российский коллектив, который играл музыку фламенко. Павел Баталин. Раритет наш фактически. Ходящий, да. Эту женщину я нежно люблю и обожаю. Опять же, не подумайте ничего плохого. Или хорошего, или я не знаю, какого. Просто я считаю, что ее боженька в горло поцеловал. Я не знаю, вы со мной согласитесь или нет. Это чудесная женщина, ее зовут Абуева Халида. И я очень горда, что она работает со мной. Спасибо. Единственный вокалист. Что бы там кто ни говорил. Вот что бы кто ни говорил. Серьезно говоря, единственный вокалист фламенко в России, который любит его искренне. Знаете, вот для того, чтобы его петь, русскому человеку, нужно его очень сильно любить. Поэтому я вам представлю вокалиста, который на самом деле меня восхищает, потому что человек действительно глубоко влюбленный во фламенко. Его зовут Александр Высоцкий. О себе немножко скромнее. Меня зовут Светлана Савельева, я работаю для вас. Надеюсь, что еще в дальнейшем буду продолжать работать. Приходите на наши спектакли, на наши концерты. Коллектив наш называется «Almas del Fuego», или в переводе «Огненные души». Мы есть в Фейсбуке, мы есть ВКонтакте, мы есть в соцсетях во всех. Вы можете нас найти, у нас есть страница своя «Almas del Fuego», где все анонсы на наши концерты, на наши спектакли. Мы делаем также спектакли. Вот совсем скоро будет у нас спектакль. Настоящий на сцене 12 февраля в Доме музыки будет, да, приходите. «Almas del Fuego», спасибо этому прекрасному клубу, спасибо, Арай, огромное спасибо, что ты нас пришел.